На втулке. Этим самым мы, как на валу для закота, достаточно дальше. Галты. Что такое галты? Мы не стали делать ручку, а мы целиком вытащили. С другой стороны, опять же, безопасность. Вы должны это тоже понять и запомнить. Когда вы будете делать... У нас приезжают профессора здесь два раза в год. Они им читают лекции с разных вузов. Читают лекции, они пишут такие тестовые задания. И в конце концов ребенок уже к 11 классу выбирает себе тот или иной вуз, куда он поедет учиться. Это пишутся размеры миллиметров, просто сборки. Я думаю, есть куда развиваться. И хотелось, чтобы здесь и развит был туристический, как бы центр, город, чтобы более упрощенный доступ, может быть, на просмотр спусков, тех же площадок, чтобы детей побольше можно было туда возить. Вот наша сейчас задача сформировать у туристов как такое мировоззрение, что космодром интересен не только запусками, но и, будем так говорить, сам комплекс – это уникальная архитектура от города и космодрома, да, тех объектов, которые действительно нигде нету, что можно приезжать и в непусковое время. Запуски, они четко показывают, что Россия не намерена отсюда уходить. Космодром Байконур, он самый выпускающий космодром в мире, самый работающий. Все, идите быстрее. За 45 дней мы отправляем паспортные данные, отправляем копии паспортов, отправляем заявки сюда, в город Байконур. И через какое-то время дают ответ, что можно ли, нельзя посетить тому или иному туристу космодром Байконур. На данный момент я еще не знаю ни одного случая, чтобы кому-то сказали «нельзя». Я думаю, что это будет все развиваться, и на данный момент, конечно, не хватает дополнительных вариантов с проживанием. Гостиницы, какие-нибудь, может быть, частные дома, квартиры, этого ничего здесь нет. Все живут только в двух местах. The first man in space took off from here, so it's a historical place, but I hope it will never happen, but... I'm a little bit scared for that place, for the future. There's an opportunity for the city to become a UNESCO World Heritage Site, because think of the history that's occurred here. Probably in our generation, this will be our legacy, is the space program, and a lot of it was right here. Remain
pretty consistent from the old days, provides a level of authenticity which you may not get anywhere else. But perhaps some of the facilities could be further developed for tourists to make it a little bit more pleasant for them. If the launches stop and the launches move elsewhere, then it will become a shrine, and it will become a place where people will come to scavenge for rusty pieces of metal as souvenir hunters and sell them on the internet or something like that. But you will not get the tourists.